Всем привет! Добро пожаловать на канал Excel, и в этом видеоролике я буду вам показывать, как создать учетную запись Skype с более-менее нормальным логином, так как сейчас развелось много людей, у которых логин Live и очень много разных цифр. Так, приступим. Для этого мы запускаем Skype. У меня он уже запущен, и я просто нажму «Создать учетную запись». После чего мы нажимаем «Использовать следующий адрес электронной почты». Ни в коем случае не вводите номер телефона и пароль, потому что именно вот так вы создаете эти интересные скайпы. Итак, приступим. Нажимаем сюда, после чего вводим почту и пароль. Ставить галочку напротив «Отправить мне рекламное сообщение электронной почты от Microsoft» — это вы по своему желанию. А так, нажимаем «Далее». Вводим имя и фамилию, после чего нажимаем «Тоже». Далее. На вашу почту будет отправлен код. Если у вас нет электронной почты, я могу предложить вам свой видеоролик в описании ниже под видео, как создать электронный ящик Gmail. Итак, мне на почту сейчас должно прийти сообщение с кодом. Вот оно и пришло. Служба технической поддержки. Я введу этот код. Вы его также вводите у себя, когда будете регистрироваться, только у вас он будет другой. Итак, нажимаем тоже далее. Я браузер закрою, он нам ни к чему. И вот Skype создан. Сейчас мы это все проверим. Это можно закрыть. Вот новая учетная запись. Теперь вы можете давать свой, вот этот, грубо говоря, почтовый ящик другим пользователям, чтобы вас найти. Чтобы все это проверить, я просто сейчас вот это вот введу с другой учетной записи. И вот оно нашло меня. Сейчас это проверим, нажимая «Добавить список контактов», отправляю самому же себе, чтобы вы могли убедиться в том, что у вас именно уже нормальный логин, то есть это будет адрес электронной почты. Нужно будет также немного времени подождать, потом уже оно, понятное дело, приходит, и вот уже готово. Видите, раз в сети, и все готово. На этом я буду заканчивать данный видеоролик. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и советуйте друзьям. Всем пока!